Так, ну про запах тут, наверное, уже ответили, да? Скажите, Да. пожалуйста, я очистку касторкой. Сейчас на втором дне без воды, еды и сна. Хочу воды. Появился запах сорта неприятный. Подскажите, что делать, как грамотно войти в автономию? Но когда идет чистка, он в любом случае будет запах не только изо рта, но и от тела. Но чтобы это минимизировать, мы уже несколько раз говорили, попробуйте гвоздику. Несколько палочек гвоздики кладете под язычок, и у вас тогда вот этот вот запах, по крайней мере для общения с кем-либо, он немножечко устранится и будет более приятным. Что касаемо, что... хочется воды, то есть сушить во рту, то можете, тоже уже говорили, взять пуговку и просто ее положить в рот и как конфетку ее сосать. Появляется сосательный рефлекс, выделяется слюна. И эта же слюна вас максимально очищает ваш пищевод. И у вас процесс чистки, он пойдет чуточку быстрее.